Всем привет, с вами Мария Арифова и вы на моем канале. Что делать с арбузными корками? Я предлагаю варенье. Для этого мне понадобятся арбузные корки, вода и сахар. С корок необходимо срезать кожуру. Далее нарезать брусочками. Далее корки необходимо прокипятить 5 минут. Сироп. Для этого необходимо сахар разбавить водой, далее добавить корки, поставить на плиту и варить 30 минут после закипания. Затем варенье необходимо остудить в течение 3 часов. Такую манипуляцию повторять 3 раза и более. После 3 раз корки становятся прозрачными, значит, можно варенье закрывать. Спасибо за оценку моих стараний. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. До новых встреч!